Начали! В общем, решил я выехать покататься, потому что сегодня офигенная погода в плане катания. Нет тридцака, лютой жары. И очень странно, что 15 градусов можно кататься в джинсах наконец-таки. И делать всякие трюки. Поэтому... Блин, у меня, кстати, по какому-то причине немного спускает колесо заднее. Точнее, она спустила и перестала спускать. Ну, мне очень лень его накачивать, поэтому... Поехали. Нормально я башкой уебался об ветку. Я думаю, следующее мое поехали будет лучше. Поехали. Блин, мне не нравится, у меня колесо мягкое. Сука. Где бы его накачать? Йоп. Я сейчас вспомнил, что я же умею хилнаффинг. Интересно, получится проехать по всей этой грани хилнаффингом? Я его лет 5 не делал. Фух, сейчас попробую. Oh!
ноль и не очень получился. Просто я перепрыгнул. Слушай, у тебя воздуха нет? Воздуха? Ну, в смысле, накачаться. Да я смотрю, у тебя воздухоплаватель. А, нет, наверное, нет. Есть? Не знаю, сейчас пошу. А есть компрессор? Нет. Нет, нихуя. Я все снял, чуваки. Блин, а у вас, кстати, что-то колеса спущены. А, ну, наверное, чтоб лазить, да, получше было. Вот у меня спустило. Блин, ну хоть у кого-нибудь насос есть в машине. А у тебя нет насоса в машине? А ты знаешь, где шиномонтаж есть? Колесо спускает. Тут неудобно ехать. Мне вон туда. Да хватит. Поебитесь уже. Как кататься-то? Пойдет такая рандомная комбинация. А, как не скользит. Что-то я его вообще не видел. Очень жестко. Это сейчас что вообще было? Посмотрел на кораблик. Здрасте.